Зима в Израиле – традиционное время для обрезки деревьев, то есть в самую холодную пору. Поэтому всюду видны большие и малые кучи веток и сучьев. Все к этому привыкли и не обращают внимания на эту деталь городского пейзажа. Но вот к такому пальмовому лесоповалу привыкнуть трудно. Прошли те времена, когда обладатели баллончиков со спреем ограничивались рисунками типа «ручки, ножки, огуречек, вот и вышел человечек». Хотя и это встречается. Сегодня на улицах Иерусалима можно встретить тщательно продуманные граффити с полутонами и непростой композицией. Иногда они занимают большие пространства, если вдруг под рукой оказывается забор, ограждающий стройку. Порой это многоцветные полотна, есть даже комиксы. Граффити стали неотъемлемой принадлежностью улиц израильской столицы. Шесть лет назад власти России выделили крупные средства для проведения ремонтных и консервационных работ в так называемом Сергиевском подворье в Иерусалиме. За прошедшие годы многое изменилось, и эти перемены бросаются в глаза прохожим, которые более или менее часто появляются в этом районе. Высветлены стены, вставлены новые оконные рамы, заменены водосточные трубы. Конечно, за 5 лет изменения произошли и внутри этого двухэтажного здания.